Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби 2». Ивент, конечно же, куда же мы без него-то. Давай посмотрим, что у нас сегодня будет за испытание. Ага. Зомби-бродяги, ну там еще не забывай есть, ух ты. Там еще есть и роботы. Кактус. Слушай, ну это круто. Кактусы же у нас, по-моему, прячутся, да? Под землю, насколько я помню. Так что, пускай они тут стоят и бомбят. Да, смотри-ка. Самое классное, что, ребята, у них шип проходит. Ой, а вот тут вот курицы, курицы — это плохо. Я вот не знаю, он, интересно, может их убивать всех? Но, в принципе, да, он пробивает своими шипами. Так что все нормуль. Так, давай-ка, наверное, вот сюда еще. Оп-оп-оп, нормуль. Очень классно, ребята, выкрутились мы из этой ситуации. Причем довольно неплохо. Вообще даже на изи, я бы сказал бы. Слушай, ну кактус на самом деле неплохой чувачок. Но все равно покупать я его, честно говоря, не особо хочу. Так, давай-ка вот так сделаем. Что это у нас получится? Шипы. Он просто весь становится шипастым таким. Блин, а как же мне... Давай, наверное, вот так сделаем. И вот так. Надо этого убирать отсюда. Хе-хе-хе. Найс. Слушай, а мне нравится. Причем довольно легко. Даже вообще без напряга. Проходим-то. Вот тут вот только напрягает. Тут вот слишком много этих... Зомби на нас прет. Оу, и здесь, смотри-ка. И здесь тоже все-таки добрались до нас. Ай-яй-яй. Ну как же так? Ладно, я не буду здесь ничего применять, друзья. В любом случае. В любом случае у нас что есть? Газонокосилки. Хотя смотри, в чем вся соль. Когда он прячется под землю, от него остаются шипы. Ты видишь, и они тоже наносят урон. Вот так кактус, вот так молодец. Слушай, мне что-то захотелось его вдруг приобрести. Так, смотрим, что у нас тут. Ага, бумеранг, цитрон и 1000 монет. Вот здесь вот была, да, наградушка. Ну что, давай-ка еще разочек с тобой сыграем. Есть смысл тогда кактусят выставлять вот сюда. Потому что в любом случае, если они даже спрячутся под землю, они будут наносить урон. Вот так-то. Куда вы там разогнались, а? Можно даже, наверное, ускорить игру. Да. Ускорение здесь не помешает. Ну куда вы там бежите, а? Сломя голову. Всех будем бомбить. Так, сюда, наверное... Подожди, вот сюда цитрон поставим. Где еще вражина? Ну давай сюда поставим тогда. Да-да-да-да-да, все великолепно получается. Давай еще кактусенок сюда влепим. И вот сюда. Так, тихо-тихо, куда вот он прет? Куда этот зомби прет? Скажи-ка мне на милость. Ну-ка, врежь-ка ему. От души, да, как говорится. Все очень замечательно. Вообще шансов у них нету. Тихо-тихо-тихо, давай цитрон. Бомбани по полной. Вот и все. Быстро и легко мы с тобой здесь справились. Ну что же, давай посмотрим, что у нас тут будет за награда. Опять бумеранг. Ага. Черебин и 1000 монет. На самом деле я рассчитывал на лучшую какую-нибудь награду. Но что есть, то есть. Ладно, давай посмотрим, что у нас здесь на распродаже. Ну, во-первых, мы с тобой приобретем бесплатный пиньяту. Так, а из нее нам выпадет с тобой следующее. Ага. Спринг бин. И грибок. Со спорами, да? Спорогриб, короче. Опа. А, нет, ребят, я думал, что это у нас за гемы. Ошибочка вышла. Так, что у нас тут? Пиньеты. Ну, тут все до сих пор по-старому, да? То есть за 16 гемов мы с тобой получаем... Кстати, нам
нам нужно, блин, у нас, по-моему, последний день ивента на арене, и мы с тобой, если не соберем там сколько, 10 кубков, мы не получим с тобой 100 растений, 100 семян на наш рис. Вот что я тебе хочу сказать. Поэтому сегодня надо будет пройти. Заодно посмотрим, есть ли у нас какой-нибудь еще ивент. Так, получаем конфеты и получаем еще 2 гема. Прекрасно. Так, ивент. А, я же не прошел ивент, друзья мои, вот этот вот. Мы не справились, у меня не хватило денег, да, там отбиться. Ладно, это мы с тобой учтем. Так, сейчас я хочу глянуть, что у нас вот здесь, вот на арене. Так, нам нужно с тобой 8 кубков. А времени остается сколько? Один день, 22 часа. Ну, грубо говоря, 2 дня. Так что давай-ка мы с тобой, наверное, сегодня добьем, попробуем, да? На каком у меня месте-то там? На 8-м. Фриплей, поехали. Догго против нас. Ладно. Ну что, мы с тобой сейчас выставим мою старую комбинацию, которую я использовал. Или она не рулит здесь? Да нет, должна рулить. Ну что, поехали. Вот такая, ребята, у меня комбинация. Тут есть кокосовая пушка, все дела. Так, так, так. Ну давай, наверное, сделаем вот так вот. Плюс ко всему мы поставим с тобой кукурузы. Так, опять же боулинг. Сделаем так и вот так. Let's rock, поехали. Окей. Не надо похищать, не надо. Ну что ты там разлетался? Так, что мы сделаем? Давай, наверное, таким вот образом. А что это сразу могилки-то разбрасывают? Эй! С какого вдруг перепуга-то? Раньше было не так все. Постоянно что-то, ребят, меняется, так что неудивительно. Так, забираем энергию. Кокосовые пушки к бою. Строчим, 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 не останавливайся. Так, ты смотри, что он делает. А ты посмотри, что он делает. Ё-моё. Так, давай, наверное, сделаем вот такую штуку. Пока они там все будут в раздумьях, мы будем их бомбить. Не понял, с какого перепуга здесь-то эти притопали, ты посмотри. Причапали они мне тут, понимаешь ли. Ну-ка, давай, мята, бомби. Бомби всех налево и направо. Пушка. Так, еще одна пушка. Так, этот пока у нас глючит, да? Что мы сделаем с тобой? Ну, вот так вот, наверное, боулинг отправим. И здесь, наверное, тоже. То, как там, мы фейлимся или нет, ребят? Я не вижу. По очкам, некогда просто посмотреть даже, что у нас там происходит. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, побежали, побежали, ты посмотри. Такое ощущение, что мы идем нога в ногу, да? По-моему, да, так и есть, нога в ногу, блин. Рука в руку. Ай, давай так вот. Вот зачем... Оу, все, ребят, тут зачистку он сделал, ты прикинь. Офигеть. Офигеть, он, конечно, мне здесь навредил. Очень, конечно, сильно. Да пушка, просыпайся, ты мне здесь нужна как никогда. Давай, бомби. Так, здесь отстреливаемся. Здесь, наверное, нам сделать вот так придется. Что, 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 что происходит? Пушка, давай. Влупляй. А, так тут гаргантюахи уже идут. Йо, я и думаю, что за фигня. Ребят, мы проиграли с вами. Мы проиграли практически на самом конце. Понятно. Ты посмотри, у него гранат 6-го уровня.
Орех тоже, что ворони тут. Ясно. Ладно, я сброшу. Мне в любом случае нужны эти кубки, ребят. Как ни крути. Тем более у нас еще пока есть эти перчатки, да? Будем играть. Bad Boy P. Офигеть, я думал, мы все-таки здесь выиграем. Но нет, не получилось. Слушай, может быть, вот это вот, наверное, надо убрать отсюда. Ни к селу, ни к городу. И взять заморозку, да? Арбуз замораживающий, как ты думаешь? Или мину? Давай мину, наверное, все-таки. Поехали. Ну что, выставляем так. Плюс мины. С тобой везде тут потыкаем, все. Погнали. Главное не сфейлиться, да? А куда ты разогнался-то, эй? Бежит он, сломя голову, понимаешь ли. Блин, вот эти вот летающие меня раздражают. Давай, пушка, стреляй. Ты тоже стреляй. Так, сюда поставим. Блин, мины. Я не успеваю даже, ребята, мины эти раздублировать. Сюда влепим. Успеет, интересно, она у меня. Так, зажигай. Пока вроде бы нормуль все. Это пока. Забираем энергию, забираем все, что у нас тут есть. Естественно, мины. Так, пушка, давай, 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 влупляй. Стоит там, прохлаждается, понимаешь ли. Так, бьют, пускай бьют. По всем, кого только видите, потому и бейте. Нет. Слушай, а что это уже заморозка пришла, что ли? Блин. Это плохо, ребята. Нас начали замораживать потихоньку. Это не есть гуд. Давай сюда, наверное, поставим мину. Плюс ее дублируем. Еще разок продублируем. Так, здесь бомбим. Так, давай, пушки. Что-то пушки мои какой-то урон не очень мощный дают. Заметил? Так, давай, очнулась. Отдай сюда удобрение мне. Так, вылупляем две сразу же, да? Мята. Эта мята для чего вообще, ребят? На кого она распространяется? Скажи ко мне на милость. По-моему, на горхострелы. Если я не ошибаюсь. Если я не ошибаюсь. Откуда ты прешь? А вот куда ты прешь? Вот скажи мне. Ну давай, вжаривай. Не понял юмора. Это как так? Здесь главное у меня должно быть растение, а оно почему-то исчезло. Ладно, фиксим. Победушка здесь за нами. Вон, смотри, у него мины 5 уровня, этот виноград, пушка 4-го. Слушай, ну у него были все шансы на победу. Не знаю, ребята. 8 конфет. Так, ну что, нам нужно с тобой, видимо, еще одну победу, да? Не хватает у нас кубков. Ну-ка посмотрим. Да. Еще одну победу. Поехали. Надо выиграть с достоинством. Мадо. Ну, Мадо так Мадо. В принципе, сейчас тактика была неплохая. Я бы даже сказал, хорошая, да? Так, смотри. Ну да. Все очень круто. Погнали. Угу. Let's rock. Зомбос тут, а? Вышел, выпендривается. Берем наши маленькие луковицы боулинг.
Поехали. Пора бомбить, да? Всех, кого видим, всех надо уничтожать. Пушка, вжаривай. Сюда поставим с собой одну. Можно, кстати, знаешь... Нет, не будем пока ничего делать. Или будем? Внизу, внизу, ребята, копятся враги. Поэтому надо их быстренько уничтожить. Так, смотри, 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 что происходит внизу. Ай-яй-яй, внизу, ребят, по-моему, пройдут, да, пройдут. Плохо. Плохо, что вот так вот вышло все. Успел я, интересно, да, я успел их подбить. И это круто. Так, давай еще пушки выставлять. Мину, мину надо дублировать. Еще одну. Сразу же на дубляж делаем. А тут-то что? Что он идет? Довольный такой. Как будто на прогулочку. Так, давай-ка мы рис поставим с тобой, клейкий. Вот плохо, что он так делает. Видишь, он уничтожает, ребята, мои пушки своими ракетами. Меня это бесит, что он так делает. Ох ты, опять он все-таки, да, тут пролетел. Все-таки пролетел. Жучара. И вот это очень плохо, когда сзади вот появляется вот эта вот могила. Я не смогу там уже ничего построить. Ничегошеньки. Да ты запарил, он что-то тут вообще разбуянится. Смотри, все свободные ячейки начинает забивать своими этими. Ты припарил. Ну-ка, мята, врубай. Бомбим всех. Тут кто-то уже прошел, да? Сработало, я смотрю. Так, мина. Продублировалась. Что у нас там по очкам, друзья? Нормально все, да? Не вижу, некогда смотреть. Просто тут занят вот этим всем делом. Так, ну-ка. Да, мы выиграли. Мы выиграли. Ничего себе, это кто у него такая? Груша, что ли, какая-то? Так, ребята, мы с вами забираем 4 пиньяты. Давай откроем, посмотрим, что нам из них выпадет. Чомпер. Так, ледяной горохострел. И... Так. Солнечный цветок, да, подсолнух. Плюс электрическая черника. И, как ты понимаешь, мы с тобой получаем 100 семян. Так ведь? 100 ведь? 150 даже. Вау. Соответственно, клейкий рис у нас с тобой прокачивается до, по-моему, 3-го уровня. Сейчас посмотрим. Где-то у меня рис. Давай-ка посмотрим. Да, ребята, до 3-го уровня. Ну что же, вот это хорошо. Блин, я представляю, если заработать полностью все вот эти вот бонусы, которые там даются, да, на арене. То есть до 300. То есть здесь 200 семян и тут 500 семян. Офигеть. Так, ну что, с аренушкой мы пока на сегодня заканчиваем. Что у нас тут в Пенни Пурсуит творится, давай посмотрим. Ага, мы с тобой остановились на 4-й миссии. Ну, здесь явно я не пройду. Гемы мне не нужны. Я, наверное, пойду за 1200 монет. Буду за них драться. Теперь хотелось бы посмотреть, что у них здесь. Опа. И что же мне тут лучше взять? Ну, давай так, наверное. Блин, летающие спортсмены, ё-моё. Предположим, я возьму орех. Слушай, мне же нужно было в магазин зайти. Там у меня, не в магазин, а на огород. У меня там 100%
кто-нибудь с ультой был. Скорее всего. Ладно, попробуем сделать вот так. Тут читатель, я смотрю, есть. Да? Мину, наверное, возьмем с тобой. А где мой гриб? Гипноз. Гипногриб. Ты где? Вот он. Возьму его и... Так, раз тут летающий, возьмем, наверное, с тобой клевер. Не знаю, ребята, надеюсь. Ага. Я вас понял. Я вас прекрасно понял. То есть, здесь мне еще нужно взять подсолнух. Взять подсолнух. Кого уберем-то тогда? Рис? Ой, рис, клевер. Давай, наверное, уберем вот эту вот мяту и возьмем вот так вот. Хотя, фиг знает, тут день или ночь. Если ночь, надо было взять вот этот гриб. Пускай он и будет. Поехали. Так, значит, что? Ну, понятное дело, что вначале мы ставим грибы. Мы их еще с тобой сейчас... Вот так вот. Окей. Сразу вот так сделаем. Сюда, таким вот образом. Идите отсюда, стоят там. Хрустят. Вот, правильно. Так их и надо. Всех под гипноз. А этих улетай. Улетай и не возвращайся. Так, что у нас тут? Ну-ка. Началось, началось. Воу! Фига он его закинул. Зашибись. Ребята, нас, по-моему, тут хотят пробить. Нас хотят здесь пробить. Но мы, естественно, сдаваться не собираемся с тобой. У нас все будет тип-топ. Так, давай-ка вот это, наверное, гриб поставим. Пускай под гипнозом их всех. Надо держать. Всех абсолютно гипнотизировать. Бам. Жалко нету удобряшки, да? Эх, как бы она сейчас хорошо зашла бы. Че, все что ли? Хи. Слушай, ну тут как-то уже больно легко было. Но мне понравилось. Так, остается у нас с тобой последнее испытание. И я хотел зайти на огород. На огороде хотел посмотреть. Вау. Забираем. Забираем. Так, пенек полить надо. Все это нам пригодится. Так, Жужу, будь добра полить мне пенек. Отлично. Ну что, как-то вот так вот. Погнали тогда с тобой дальше. У нас испытание, да? Недопройдено. Вначале награды заберем с тобой. Так, две конфетки, 5 гемов. И переходим с тобой на ивент. У нас почти, ну, 11 500 голды. Я думаю, этого должно хватить. Подраться. Прокачивать пока не будем никого. Надо пройти ивент. Хух, была не была. Так. Да в чем там проблема, ты не помнишь? Я уже подзапамятовал. Из-за чего мы не могли с собой пройти? То ли пробиваются, да? А, все, понял. Они проходят, да? Они проходят здесь, блин. Тут как-то, блин, надо... Я не знаю, каким образом. По идее, как-то надо их замораживать, ребят. Вот по большому счету. Вот сделать, если, например, так.
Арбуз. Ну-ка, если вот так вот. Заморозили, да? К примеру. Теперь мы сделаем с тобой следующее. Вот так вот выкинем их. Всех. Тихо. А как он, ребят? Он только прыгнул, и все, и сразу же у меня растение погибает. И что ты мне прикажешь делать здесь, а? Тихо. Он только прыгнул, все. А, ну правильно, он только прыгает, ребята, и капелька сразу как бы, ну, активируется. Офигеть, получается тогда. Вообще мы не имеем права позволять, чтобы они прыгали. Блин, ну я уже потратился. Причем довольно не кисло. Причем довольно не кисло. Вон, видишь, идет. Забулдыга этот. Да повар Лили, это все понятно. Вот здесь вот не надо. Давайте убивать этого бомжата. Он же сейчас прыгнет. Но видишь, вон там он еще один появился. Если я сделаю вот так вот. Давай, арбуз. Че, за счет арбуза, что ли, будем выживать? Пытаться. Ну, как бы получается, что за счет него. Я пока других вариантов здесь не вижу, если честно. Так, арбуз, давай, влупляй. Капелька, капелька, замораживай. Ну, еще раз. Да ты лети ко мне-то, господи. Еще будет? Давай еще, повар Лили. Так, заморозка. Вон они, ты видишь, их там целая орда просто этих. Идет, повар Лили, давай срочно. Вот она. Так, на заморозку она пойдет. Да, она пойдет на заморозку. А здесь арбуз будет уже калашматить. По-моему, все, ребята. По-моему, мы справились здесь. Я не знаю, может быть, кто-то еще там за кадром. Я его не вижу. Да. Фу. Слушай, опять эти забулдыги. Я думал, что закончились, нет? Все. Ну, я тебе скажу, не такой же легкий. Надо все это успевать. Сюда, сюда. Вот этот арбуз, это как основное здесь было. Понимаешь, со своим уроном он здесь все уничтожал. Так что мы прошли с тобой вот этот вот эпический квест. Угу. Яблочная мортира. Ледяной арбуз. Маленький пуф шрум. Ага, черника электрическая. И высокий орех. Все, ребята. Но я тебе скажу, неплохо, мне понравилось. Так, ивент мы с тобой прошли. Получается, больше пока ничего нету, да, у нас? Арена, ну, арену мы уже с тобой не будем проходить. Там нет смысла, ребят. Нет смысла, потому что дальше нам все равно не пройти, а время тратить как бы не нужно. Единственное, что у нас остается с тобой немножко денег на прокачку какого-нибудь растения. Вот кто у нас? Капельку можно, да, прокачать. Что еще у нас тут есть? Персик. Водоросли. В основном такие растения, которыми я не пользуюсь. Так, не забывай, что скоро будет новый месяц, и мы будем с тобой приобретать новые растения.
А вот какое, пиши, пожалуйста, мне в комментариях. Как говорится, какое растение больше всего получит голосов, то растение мы с собой и приобретем. Ну, а на этом, пожалуй, можно и закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!